Так, третий раз. Ну ты лаунчер открой. Меня выкидывал, да, пока я не с лаунчера удалил уже патч. захожу. То, ну, Ну я второй раз открываю. Открыл, обновил, он там что-то замутил, и я закрыл его, и потом через OMNIX я заходи. Какое объяснение? Открыл, замутил. Пешками накрошил. Мочу, кручу, наебать хочу. Хламобот. Что ты сказал? Хламобот. Хламобот. А, я думал, понятно. Тухламобот. Это ты хламобот. Это я. Вон, видишь, хламобот стоит. А, вроде не крашит. На Ксрамас. Так правильно, на Ксрамас или на Ксрамас? На Ксрамас. На Ксрамас же? На Ксрамас, может. На Ксрамас. На Ксрамас. Может, на Ксрамас. А это вообще... На Ксрамас. Гниломарт вообще, да, получается? А как правильно, Бигдамаге или Бигдамаге? Или Бигдамаге? Или Бигдамаге? Большой урон. Бигдамадж. А просто Бигмаг. Прикинь, прикинь, топа не топа, а топа, блядь. Типа дерево. Топор. Топа, блядь. Тополь. А ты вообще не Седжу, а Сиджу, блядь. Сию. Сию. Хуй пойми, короче. Да, это хуй-то. Притон. Чё там, кто вообще здесь? Давайте проверим. Тут никого. С ума сходим. Так, Эвис написал, что он в АФК. А на сколько в АФК? Говорил 5 минут. Чё, мы ебали? Нормально. Того босса. Я чуть не ждал вайпов на нем. Наконец-то кто-то правильно ник произнес, блядь. Так, Злобного и Эвиста на данный момент пока нет. Кто, блядь, Притон заебал. Притон. Ты серьезно, Притон? Да. Понятно, лол. Я понял, блядь. Вот так вот экспериментируй, блядь, нахуй. Будешь ники правильно произносить поцелов, блядь. МВП Султан, блядь, наверное, да? World of Lex. Блять, тут. Вордофликс. Керус. Ивил. Я русский. А. Лингрен. Кентек. Натальджи. Натури Кентек, бля. Кентек, вот мне вот так Кентек назвали, Кентек. Вообще охуел. Штат Кентукки, блядь. А зачем нам ХПС гнили? Лучше бы ДПС скинули с Урфанга. Да, раз никого нет, так и скинули. Да, меня попросили, я скинул. Так. Че там никто с ним не смотрит, понятно. Сейчас ты доволен. Так, Сауруфанг. Никому не интересен, да? Контент. Контент. Контент у тебя тухленький какой-то. На Гнеломор для вайпаешься. Да, на Гнеломорде тухленький контент. Надо стимул сделать просто. ГПшку накидывать сразу. Для меня даже в детейлс не видно, забей. Так, это самое. Ну-ка, 3-4 пати тут, нет? Злобные пэсы только нету. Так, пэсы тут. Злобный с пэса везде, короче, стойте. Я с Вадиконом в кружке. Притон с мификом в ромбике. И, короче, два мага. Какие два мага самые живучие у нас? Самые скиллованные на РНЖ? У нас нет скиллов. Да, фросты у нас только. А кто у нас? Кто фрост у нас? World? Я, Бен. Давай, World и Бен в треугольнике. И, короче, частицу света, Бурибай, дай на Бена. Вот, ну и ладно, ну и это самое. Смотрите, вот эти два мага. А Эя и Султан под боссом тусуетесь. Когда кто-то сдохнет с нас, выйдите, это самое, на рейндж. Блин, конючись. Где там Эвест? Вот черепок на него поставил.
Так, там еще никого нет, да? Я сейчас релод сделаю. Дайте бегать вокруг черепка, блядь. Злобный тут. Пэса еще ждем. Зачем я ждать, я тут? А, ты здесь? Сейчас, тогда я релогаюсь, ждем. Ну, а ИВС еще не пришел. Ага. Привет. Нихуя, смотри, ты видел? Я прям... А? Смотри, как моя сова крутится, ебать. Смотри, она просто на бегу танцует. Все видят эту хуйню? Нет, ты просто бегаешь. Не, а я... А у меня показывает, как будто я танцую прям на бегу, блядь, прикинь. Короче, не купил, а мне отец дал. А? Вот. Сейчас, подожди, я стрим включу, нахуй. Это же вообще-то надо видеть, блядь. 8 оперативки там. Ну-ка. Знаешь, какой процесс? Ну-ка еще раз. Отец! Родион сейчас... Родион? Родион? Включите эту хуйню еще раз. Короче, ты пошел, посмотрел, как там. Нормально лицо. Не, ты просто бегаешь. Да ебаный, это пока что, блядь. Включите вот эту игрульку. Ну я через час буду свободен. Нет, я еще его не принес, я завтра его принесу. А, ладно. Пойдем. Вот у тебя Warcraft есть, мне тоже так... Ты Warcraft хочешь скачать? Не, мне просто... Делать нечего, блядь. Включите эту хуйню еще танцевать, чтобы... Во, смотри, теперь смотри, как сова на стриме бежит. Ебать. Вот сейчас даже в экране бегаешь. Смотри, нихуя. Помнишь, я Коран читаю, да? Смотри, просто, блядь, на бегу, блядь. Я бы на месте гниломорда просто бы съебался отсюда. Вот видишь, 25 человек в Дискорде сидит, в гильдии, вот. И в Майнкрафт уже, да? Ой, блядь. Можно скачать, поубивать боссов. Конечно, боссов убивать. Вот гниломорда бьем в СЛКГ. Вот здесь? Ну да, вот, гниломорд. Ну, короче, я думаю, это... Короче, старая игра не требовательная, да? Ну так, да, чуть-чуть. Это к чему тебе приебать? Наебывает, да? Да, да. Синтек, ты с гильдейск готовишь? Нормально у тебя будет все работать. Нормально все будет работать. Холипал игру будет. Скоро хэппал появится, ну. А ты уже играл в Warcraft? Да, наверное. Ну, вообще в целом? Вообще в целом, да. А, ну, хорошо. Ладно. Правда, может сейчас новое. Ну я понял. Ну еще я тебя в гильдию приглашу, я там помогу. Да, я понял, 5 лет назад. Не надо. Надо, надо. Я слышу там по голосу. Не надо. Ну ладно, я там пойду, помогу, объясню, что там. А что по голосу? Ну вроде говорит, так и говорит, играл когда-то. Да, я понимаю. Помнишь, когда ты мне показывал персонажа, который имеет. Главное играл. Смотри, я на бегу танцую. Я не понимал, что это. Я понимаю. Поэтому я думаю, ты его можешь снять. Вот так вот подсаживать на тяжелые наркотики. Можно поиграть меня тоже. Хорошо. Интересно, это же лучше развивает логику. Да, развивает. Нихуя! Поняли, да, блядь? Это наш человек сюда. Нет, нет, просто султан больник такой. А я есть тут разве ты уже? ИВС, нахуй, алло. Нет, нет. Синтек, завязывай. Синтек, делай ему ник Кинтек. Будет Синтек и Кинтек. Синтек, нахуй. Я понял. Я не читал даже. Ага, я понял. Реально, с Кинтеком, кстати, пиздатый. А? Синтек, делай ник другу Кинтек. По-русски просто Кинтек. Слышишь, Синтек? Дайте РЧ, а уже, мужики. По национальности? МВП Султан, ты кто по национальности? Кореша отправляет там, злобный, ты тут, блядь. Синтек, он, короче, не отвечает. Ладно, ты это. Нет, вопросы скажи, видите. Он пока не отвечает, может, отошел, вот. А, он не отвечает? Да, я потом скажу. Да, потому что у меня друг есть Султан. Ага. Понял? Это тоже в это играет. Ага. Друг Султан? Это не мой кореш. Это не мой кореш. Понятно, ладно. Рассказывай, рассказывай. Все в одной общаге живут. Да, ладно, я понял. Судьба не судьба. Да, судьба. Ладно, я понял, ее бывает сюда быстрее, блядь. Потом. Пускай он займет ник Кинтек. Кинтек, ладно. Будет Синтек и Кинтек. Блядь, злобный ты тут. Фыв. Сейчас, я забыл, где... Я забыл, где я стою. Ты с ПСа в кружке, в звездочке вроде, я с Вадиконом в кружке, да? Дайте каску помогом, пожалуйста, у меня сейчас, блядь, инсульт случится, нахуй. Я на сурке выпил фласку, блядь, у меня фласка кончилась, блядь, ну и там пиздос какой-то. Рыбу ёбаную. Фух. Рыбу ёбаную дать. Да,
Да, прям ебаную рыбу, селедку. Вот она, вот она, вот она, вот она. Спасибо. Присунь ей. Как пела бабушка, вот она, нахую нам, вот она. Вот, нашел нам игрока в гильдии. Я так не пел бабушку. Еще и кореш мой, да? Да. Давайте, блядь, принимаем. Это Бурибай заходил к нему. Ностальгия готова? Прикиньте, с кореком знаком будет. Все готовы, да ну нахуй, даю отчет. Начнем бить босса, блин. Когда такого не было. Вот опять. Мы с Вадикодом профессионалы, блядь. Геру сразу лучше дайте. Да, да, Геру с пола даем. Малых сводить? Нет, нет, нет. Не, не надо. Как можно, как можно дольше не сводите. Немало бьют. Ну мне хуёво. Ты блевал, в тебя еще босс плевал. Спасибо. А песо большой забери. Здесь пойти. Вот. Инграм большого забери. Войда сейчас по распамьте Войда хил какой-то, блять, блюю в луже прям. Вырубай Инграм залил. Попризан залейте Ктюнтинар, он почти сухой. Залил по Призану. Призан с автотем и вес на ману. Чуть до босса не доплевал, блять. Готовимся. Будет взрыв, аккуратно. Побежали. О, блядь. Да ну нахуй, блядь. Так, рисую синтека. Пока не вставай, пока не вставай, пока не вставай. Сейчас. Ну читайте гимн на хп что-то давайте, ну блядь. Ну захилить же надо. Гимн быстрее. Вставай, синтек. Захиливай. Инерси, давай. Гимн на ману, там пс или вес, пс есть, есть. Ну хильте себя, тучки отдавайте, там я хуй знает. Злобные ресы... Так. Я бигдема реснул уже. Вадикон ресы пс-а. Друид инвалид ресы бурибая.
Бля, сейчас сдохнем нахуй. Диспель. Пиздец, я все подохли. Давай по Вадикону попробуем, хуй знает. Что-то какая-то залупа нахуй. А, вы забыли, да? Вилаша забыл в квадрат отводить. Вы отводили в квадрат вообще? Наверное, из этого вы все и сдохли нахуй. Там лужа появилась. Ой, у меня маны нет. Сейчас будет взрыв. Аккуратно. Побежали. Девять процентов осталось. Пизда нахуй, я понял, блядь. И два сухих хила. Я не знаю нахуй. Вилаша, ты отводил в квадрат босса, когда слизень взрывается? Да, отводили босса, люди, ну, отбегали вроде на самом деле. Там просто лужа разлилась еще. Там лужа разлилась, и там кто-то стоял в квадрате, туда пельмени прилетели до этого момента. Кто-то сам пиздец, блядь. Ну, блядь, значит, надо было в другую сторону отводить, хуй знает. Падаем, наверное. Да, конечно, падаем, блядь. Там два коллеги остались. Диван только дайте. Ой, диван, Лингрен. Лингрен. Давай, брат. Он умер. Герой. Заломал он, блядь. Сука, уебищный босс, блядь. 85, 193. Хорош строит. Вот. Учись, короче, у инвалид, но дает хоток больше, чем ты. Это у нас проблема из-за того, что хила отсутствует, или что? Нет, люди пельмени ловят. Тут при чем здесь пельмени? Тут нет пельменей, блядь. Тут не пельмени. Ну он имеет в виду взрыв, наверное, большого. На взрыве. Как можно на взрыве ловить, если вы, ну, это, стоите в центре сначала, потом отбегаете в квадрат. Ну, если не в квадрат, давай другую метку еще поставим, запасную какую-то. Вот, допустим, луну, блядь. Если квадрат засранный, то в луну убегаем вместе с боссом. И прячься за спину босса, блядь. Давай. И на эту хуйню, когда босс именно блюет, пельмени, потому что так шотнут людей, блядь. Те, кто на РНЖ стоят, они просто отойдут со своих мест, там, блядь. Радиус этого пельменина, блядь, 3 метра. Вот как звездочка. И незыбку, и гимны на ХП готовьте на эту хуйню. Там один взрыв, и мы добиваем уже. Мы вздыхаем на нем. Че, кто-то побежал? Ставьте шкаф. Биг Дэм, иди рыбу ешь. Ты где там? А потом скажут, блядь, бафов нету нихуя. Дайте каску по друидам. А, у нас два пауэра. Ну, Лингрен дал прото, Буребек. Я дам, короче, МП5 и кулаки, кому надо. А Буребай тогда пусть каски кидает. Я забыл, что у нас двое осталось. Давайте это, вместо кулака тогда посови каску кто-то дайте там. Блять, не Серега, я не помню. По друидам. Вот кулак и МП5, а каску можно вместо кулака? Барябай, дай всем каску.
Я готовлю отчет. Там травма моя лежит еще. Большого заберите. Сейчас будет взрыв, походу. Готовимся там в этот узнать. Сейчас еще не свел. Все, готовимся. Квадрат, готовьтесь. Побежали. Пацаны, заранее не убегайте. Ну, и гим на хп, и гим на хп. И хилимся, хилимся. Вот и обратно все, встаем. О, блядь, вот так надо переживать взрыв. Еще один, может, будет. Ставь тотем и весь гимн на ману. Ворлд сдох. Кто там с синтек ресой? Я не был, где он. Я выбежал. А вот в луне стою, рядом со мной зломный. Я рисую. Там больше. Сразу захильте его. Сейчас, закончу делать. Диспел, диспел синтека быстрее. Синтека! Сука. Это очень важно быстро диспелить, а то человек умрет. Взрыв, аккуратно. Милики ушли. Бурибай, ну побежали. Как нахуй? Хилимся, хилимся, гимны на хп, всю хуйню отдаем, блять. Выбежали под блевотину. Просто под блевотину, ну блять, ГЦ нахуй. Ну и все, вот чисто блевотина нас убила. 10 лямов, как добивать, блять. Так. Давай, я Бурибая. А, нету, у меня КД, блять. У кого КД на БР нету? 7 секунд. 22 секунды. Пизда, ебать.
у злобного лестницы я кого-нибудь еще бэйрну. Там, там уже все нахуй. А-а-а. Уже очко откатилось нахуй. Блять, ну вот. Как так нахуй? Я не понимаю, блять. Ну взорвали в мели. Типа Элем, ну этот слизняк собрался в мили зоне. Ну там мелких, потому что кучу надиспелили. Он, блять, не идет и все нахуй. Им некуда просто деваться было. Если бы они остались и перебежали в другую метку, то они бы взорвались в любом случае. Они начали разбегаться, и мы, РДД, начали разбегаться. И им хуй знает, куда бежать. Там еще и блевать начали. Именно так все и было. Можем на валитру сходить посидеть? Не, нихуя. Да, в смысле убиваем? Там мой дагер лежит. А, ну это мы только дагера пройдем. Конечно. Не, типа, а что если валитрию захилить и сюда вернуться? Такой залупы... Такой мы уже здесь. Такой залупы не должно быть. Вот если взрыв... Ну, взрыв стараемся подальше слизня оттянуть. Это и... Ну, смотрите, пока эта слизь летит, там, за спину босса переходите все равно, там, хоть вы отошли, ну, то есть, взрыв кастуется, вы, ну, в центре, да, в крестике стоите, взрыв, вылетают слизни, и вы просто, ну, вокруг босса оббегаете, там, не обязательно босса переводить даже, главное за спину зайти, основной части рейда, хилам, пяти, блядь. Я могу в упоре у него за спиной быть? Можно быть в упоре, но ты можешь словить, ну, слизь, нахуй, люди могут не стоять все в крестике, блядь, поэтому отойди там, блядь, подожди, пока слизь упадет, и потом дальше бей. Самое главное, чтобы 5 хилов не сдохли, нахуй. И вот эти люди на РНЖ, которые на РНЖ, люди себя начинаем хилить там, блядь. Маги глыбу нажимаем на этот момент, блядь, на второй взрыв. На первый взрыв у нас там не зыбкая гибны на ХП. Ебать, падаем, как бичи какие-то, блин, и засейвиться нихуя не можем. Но первый взрыв-то чётенько прошел, то есть мы просто сдвинулись все, я вот так понял, милики перебежали и все, и дальше били. Дайте шкаф, нахуй, что-то люди, нахуй, куда-то делись. Злобного нету, синтека. Ну чё встаете, блин, тут же масрез был. Я починик. Тогда было на масрез. Я как раз за бинками летал. Жрите рыбу быстрее. Значит, не можем разъебать этого босса. Че у нас? 6 друидов, да? Так, ностальгия, керус. Так, ностальгия, друид, инвалид и злобный. 7 друидов. 7 даже. Хуя. По Вадикону еще дайте кто-то СС. По мне ждали. Второй лок. А я по синтеку дал. А ну ладно. Вилаж. Все готовы? Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Пять человек, 4 человека, блядь, вместо 3, блядь. Осторожней там, стойте друг от друга на рейдже, блядь. Вас по двое расставили. Большой, забери круг.
было. Дубовый отдал. Лужа в меликах, нет? Ну, она так. Не задевает вроде. А чё злобный сдох? Вадикон резь злобного, злобный ворлда резнешь. Фулбаф по злобному, хаску лапу пристабав, ворлда иди резь злобный. Где он, я не знаю, лежит где-то. Ну, то есть... В трусах. Ага, фулбаф по злобному, по ворлду. Каску лапу пристабав. Ну, пиздец. Ностальгия, ресы, мифика. Ну, похищение жизни там кастуйте, я хуй знает, когда вас блюют. Проще было. Ностальгия, мифика. Найдите вот этих трех. Где мифик? В какой метке лежит? Сейчас будет взрыв. Ну, в рамбе, по-моему, где-то там был. Взрыв. Правее рамба. Побежали. Давайте. И на рендже стоим, на рендже стоим. Блять, хилимся, ЭВС себе дай зубы. Блять, вставай, я чуть тебя зря искал, что ли, лок. Лок, вставай. Лок, вставай. И у кого еще БР есть? Блять, блюем дохуя людей. Захильте нас, пожалуйста. Иди... А, все, не успели. У кого есть БР еще? Сука! Войда ресы. Песен, ну не сдохни. Да ебаный в рот. Уступаем рейндж друг другу, блять. Титек блюет, охуеть. Мифик сдох. Пизда, просто вакханалия, нахуй. У кого еще БР есть? Двоим надо выйти на рейнджу. Я в это поставил на рейнджу. Ты, блять, вар, нахуй. Вон хилы пускай выходят. Ну хули похуй, а кто бить будет 17 лямов? Ну не знаю, фон друид инвалид, ЭВС там ситек выйдут. Вот, все. Воу, все в миле проблевались. Сказал же выйти надо. Я вышел, мне сказали обратно. А хули толку, там все равно 5 человек, если лежит, те, кто на ранже были, блять. Ну настрой лежал там. Песи и 2 мага. Вот 2 мага, которые в ранже стояли, и за них надо было двоим выйти. Вот, Биг Дэм Синтек выбежали, остальные хуй. Там толку не было, там 5 человек лежало, которые были на разжет. Так, а на взрыв почему милики там, я не понял, кто в мили, разбегаются прям далеко-далеко? Они не понимают нихуя нахуй. Типа вам поставили метки, перебегите с одной в другой паком, и все. Так, мы срез КДМ. Я упал. Ёлки-макалки. Что-то мы делаем не так. Вот, блядь, я вот людей, мы с Вадиконом стоим как-то, я не знаю, нормально. Вадикон, ты не замечаешь, как там люди стоят остальные, блядь, в метках? Вроде поставил, блядь, 4 метки, блядь. Там по 2 человека, блядь. Он, если блюет, он должен блевать в 2 людей только, их надо захиливать. Как вы так бегаете, нахуй? Ну, я понимаю, лужа разлилась, блядь, и он в 4 может блевать. Пиздец.
хилы не очень. Да, короче, наверное, хилы бичи, вот мы и не прохиливаем. Вот. Я вот ну вот, что вот у нас получается думаю, симтек, если на первом месте, третий идет друид инвалид, они хилят ходками. Если босс блюет, то типа, ну, вряд ли они захилят от ходками. Ну, типа, хуй знает. Туда просто надо, типа, фулл стол поднять и все. Один раз. Там вот симтек ппшки не использует, да? Ну да. Друид, инвалид тоже не знаю. Тоже. Но имею в виду то, что постепенный хил-то есть, а вот такой хил, который прямой. Ну да, у нас... О, блядь. Ну, там КД 15 секунд же. У чего? А, нет, все забей. У хилки нашего. Нет, ПП-шка это покровительство, которое типа как флешка кастуется быстро. Да, нам нужен какой-нибудь шаман или еще один. Да, купал. Типа вот какого-нибудь шамана, либо паладина, который вот типа видит там, ну, лоу-левел маг бежит, вот типа лоу хп. Че вот делать? Ну, заходить его только получается. Ну, да. Ну, короче, блять, нам нужен кто-то с исцелением, потому что хота первые 3 секунды не хилит. Здесь ребята умирают за как раз вот эти 2 секунды. Шестой хил? Ну, шестой только опять не хотер. Либо, короче, да, ну, какой-нибудь паладин, или там... Он всегда плюет в определенную метку. Либо... Нет, он по кругу плюет в радиусе. Типа. Ладно, давай попробуем... Не, у него, типа, полкомнаты. Ладно, давай попробую зайти сейчас... Да, давай, Войд, у нас, короче, с хилом проблема. У нас 2 бича на рестерах. Бурябай и Вест. Не, а чё Бурябай так сильно по МП проседает? Так, давай посмотрим, как ты маны регенишь. Получены маны. Святая клятва, свечение, исполнение поток чар 12 тысяч мы тебе нарегенили. Не знаю, но у Шектора свечение было на первом месте, потом идет святая клятва. Я не знаю, свечение это у нас что? А, это у тебя крита получается мало. Вот. Я вспомнил, типа, это талант свечения. У тебя когда криты происходят, ты там ману восполняешь. Давай, пати, сумуньте. Так, давай. Что, кстати, к Шекторам твоему вы знаете, что там вступил, не вступил гильдию? Куда он рандомный диван перенес? Значит, лидером рейда. Сумоним Войда. Шектор, это же история или нет? Нет. Шектор, это Шектор. Ёбаный рот. Это который мне... Нахуй, да, это Шектор? Ой, это история. Так, Бурба, ты на ком держишь частицу? На Бенни или на Ворлде? Бля, я ж тебе говорил на маге держать. Да, Эйо в мили стоит, да, ему зачем? На Бенни или на Ворлде? Больше нет магов. Значит, на это два мага стоят на РНЖ, Бен и Ворлд. Давай ты, короче, на Бен, а я на Ворлда. Вот. А призм щит земли на этого навела, что этого хватит. Танк не сдохнет. И так здесь. Так, рыба. Да была уже рыба. Ну похуй. Кто в кругу со мной встанет? Так, вместо меня встанет, короче... Давай Султан. Давай с Ворлдэнс. Я в Аркане. Хули и похуй. Эй, я в ком тогда? Там похуй кто, ну надо, чтобы РДД был. Я потому что в хило, ну, в лизону пойду. Давай, Султан, нахуй, встанешь, короче. С Ворлда частицу убрал на тебя. Ворлд поживучий должен быть.
Какую еще раз метку? В это, в кружок с водикона. Там как заливать начнет, ты на дальний круг становись, 10 метров от меня. Ну и так двигаемся. Притон тут? Блять, вы заебете, блять. Курить всю эту хуйню. Притон. Он. Черепок поставил на притона. Призан, диспель эту хуйню. Ты диспелишь, да? Это болезнь, ты диспель, короче. Не, я диспель вообще. Кто-кто? Ивест? Ивест, да. Ладно, ты тогда диспель. Чтобы побольше покастовали. Ну ёбаный по голове, блять. Когда мы убьем этого ебаного босса, блять? Удалить его в пора. Да. Ёбаный бобаный. Ну удаляй. Притон, бля, алло, бля. Пиздец, пацаны, блядь. Вайп АФК, вайп АФК, вайп АФК, блядь. Не, он тут на ГПшечку врубать. Да не, он же там писал предварительно что-то АФК, там туда-сюда, там, ну, что-то 2-4 минуты предварительно. Короче, думаю, не просто так он АФК что-то. Да, есть. Бля, сколько я вов уже удалял, это пиздец. И потом опять качал. Конечно, все дороги ведут, ебать, сюда. Пиздец, притон, блядь, ебаный стыд. Вот, Фабиан Изабелла, БМ-4Т4, 1050 ИП, блядь. Француза тащи, но... Черный стон. Черная. Слушай, пуля, а где этот феноменальный-то этот РПАЛ, который кровь просил вчера или позавчера? Притон, блядь, еще так долго, нахуй. Нажимаем готовность. Частицу обновляем. Друид инвалид. Все готовы. Так, дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Слышно, чтоб он в меня не блеванул, блядь. Султан, не застаю. Ничего
Большой в центре. Ёбаная лужа, сука. Да ёбаный в рот, нахуй. И резнул мифика. В смысле, мне ничего не пришло. Блин. Ну вставай. Будет взрыв сейчас, готовимся. Побежали. И второй взрыв, нахуй, прикинь. Да потому что мелких, блядь, настакали. Так их собирать надо, но это пиздец. Вот я умер, потому что на мне мелкий висит. Он по 4К бьет. Все, блювота попало, эти начали лить. Все, пизда мне. Я не могу уйти с блювоты, меня бьет мелкий, и я ничего не могу сделать. Себя захилить не могу, ничего не могу. Кажется, я понял, в чем наша ошибка. Тут таймер призыва вот этого из слизи, по-моему, быстрее, чем она откатывается. Лучше я тебе объясню, в чем ошибка. Когда слизень на кого-то идет, вы отворачиваете его, чтобы он в рейд не плевал. Вот сейчас на Песо слизень был, он плевал в меня 2 раза. Лужей. Слизня надо отворачивать к стене или в бок. Куда-то, ну, чтобы он к стене эту лужу ложил. Ну, за круг вот этот, который есть. Потому что Ваша змея 4 или 5 луж было из-за этого. Вот где лужа выливается, туда, ну, за пределы вот этого круга надо поворачивать, чтобы маленькие слизни туда плевали, чтобы у вас было место бегать. Что там есть, маслес? Так тут все упали. А боба. Короче, этот самый. Давай, Бурибай тогда на Эвилашу вешай, я на Лингрена повешу, они больше всего урона лутают. И будем так захиливать этих, как они называются, тех, кто на РДЖ стоят. Last try. Последний try, все, и отдыхаем. Кстати, а что там бафнут? Да. А, вы все бафаете. Вот, у него, когда здоровье мало становится, он эти слизняков быстрее кастует? Да, на 30% быстрее. Может, тогда их не будем диспелить? Так люди сдохнут, блядь, под ним, понимаешь? Он, ну, 2 хпала. Минус 50% от хила. Не минус 50, а минус 75% там, гели. Даже 75. Там это не, ну, это невозможно захилить. Там 5 хилов будут хилить, и человек все равно сдохнет, блин. Ставьте шкаф, дисинтек там. Эй, я вставай. Последний трайм даем. Там хп моментально просто улетают. Так, ты на Вилашу, я на Лингрена. И попробуем так. О,
Может, Геру тогда на 30% оставим? Да нет, смысла нету. Там тяжело бить уже на 30%. Гера с пула даем. Максимальный профит с пула, потому что там уже много кто умирает. Ну не знаю, мы умираем под конец, значит, вот эта Гера вначале толку не дала. И я готов, нет? Все готовы делать что-то? 5, 4, 3, 2, 1. Словно, а что ты по центру встал? Так а Гера не будет сначала? Геру с пула давай, призм. Просто пройди чуть-чуть дальше. Ставь тотем и вес гимноману. Блядь, пизда проебали как. Синтек ресы водикона. КД у меня, КД 2 минуты. Злобный ресы водикона. КД 2 минуты. Да ебаный в рот, у кого нету КД? Я резаю. Пиздец. Ностальгия ресы и злобного. Сейчас будет взрыв. Взрыв. Побежали. А, ебать. Еще один человек, выбегите тогда. Туда. Маги там, выбегайте все. У кого БР еще есть? Водикон 20 секунд. Есть ниже злобного.
Сейчас будет дайте взрыв. Место. Побежали. Взрыв. Все гимны, все незыбки, все отдаем. Места нету нихуя, видишь. Не, это вообще очко какое-то, я не знаю. Что-то у нас не то нахуй. Как мы раньше убивали? Что-то хуйня какая-то, да? Да. У нас отхит не хватает, походу. Да ебануться. Я тоже думаю, типа у нас Вест, он без 4-4, и он в самом конце. У нас Вест вообще не хилит, то есть, ну, он ТС должен намного больше захиливать. А Войт уже напал, зашел. Да. Так, Буребай. Может, план 200к. Войда. Буребай в ретрике, по-моему. Буребай хил. То есть мы что, в 6 хилов уже не пришли? Да, мы в 6 хилов тоже не перехиливаем. А, Буревай вообще сейчас не было. А, нет, вон монстр последний. Хуй знает. Ну, типа люди просто точно умирают как-то на кочек по-тупому. То ли блюют. Ну, меня первый раз слизнюк большой убил. Ну, ну грубо да, говоря. Антикон, вот умер. Просто его... бахнуло 8к как бы под этот... Ну да, тебя вот 2 секунды за хила не было, злобного. Злобный по-любому умер, блядь, не прохил, вот по-любому. Да, злобный тоже умер от непрохила, 3 секунды. Притон. Притон тоже никто не хилил 1,7 секунды. Злобный второй раз уже умер от взрыва, но он резнулся и сразу умер, так что там ничего не сделать. Потом Invisible... Божественный гим 10к захилил, но в целом его тоже 1.5 секунды не хилили. ЭВС 2 секунды. Итого все бомжи. Да, короче, блять, у нас хилые бичи какие-то. А чё это? Слои отменили, что ли, или чё? Почему? А, Долоран вообще полный, видишь? Это вообще пиздец. Да, вообще прям народу помойка. Из-за этого, блять. Ну, короче, кидывает. Да, нам нужно, чтобы у Веста было Т4. Ладно, это... мне лас нужно. Завтра. Слава, с мага сними, и по... это мне и на мага, и на ханта получается. Да, забей.